Привет всем! Сегодня хочу снять кратенький обзор на такой вот журнал Cosmopolitan Beauty. Это журнал зимы 2007 года. Насколько я понимаю, это был конец данного года. И потому что здесь есть гороскоп на 2008 год, и здесь у нас на обложке Кристина Агилера. На самом деле, покупая данный журнал, кажется, что вот на обложке Кристина Агилера, и сейчас тут будет что-то невероятное. Этот журнал был куплен, ну, как понимаете, очень-очень давно, и мне интересно было пролистывать и видеть какие-то звезд, которых уже нет, или какие-то рекламы, каких-то средств, которых нет. И я очень долго листала, чтобы найти Кристину Агилеру, и знаете, где я ее нашла? В гороскопе. И это все, что есть в данном журнале. Очень классно. Но на самом деле я потом думаю, может быть, я пропустила все. Но нет. Тут и написано бьюти-гороскоп. В принципе, это все. Тут, по-моему, даже не написано, что на обложке у нас Кристина Агилера. А, ну, тут даже обложки, по-моему, нет. А, нет, вот есть картиночка. И все. Как бы весь журнал. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, данный обзор вам был полезен. Пишите свои мнения, отзывы. И пока-пока.